Отличная закуска для любителей холодненького пива. Сегодня часто можно найти закуски из свиных ушей, но не проще ли сделать их самостоятельно? Расскажу, как приготовить уши свиные в духовке. Подавайте свиные ушки после остывания. Вы можете сделать большую порцию и хранить их в пластиковом контейнере или переложите в пакет. Можно сделать вкусный томатный соус или подать с кетчупом. Сперва ушки нужно отварить, а затем нарежьте полосками и запекайте в духовке. 1. Каждое ухо опалите, затем вымойте и переложите в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Сразу после закипания добавьте специи, лавровый лист, щепотку паприки, карри, смесь перцев, гвоздику, очищенную половинку луковицы. 2. Варите уши после закипания 90-120 минут. Затем достаньте из кастрюли и остудите. Нарежьте остывшие ушки полосками. 3. Переложите ушки в тарелку и добавьте понемногу все специи, что добавляли во время варки, а также измельченный на терке зубчик чеснока, оливковое масло, хорошенько все перемешайте. 4. Застелите противень фольгой и выложите свиные ушки, затем запекайте их в разогретом до 200 градусов духовом шкафу 20 минут. 5. Достаньте готовые ушки из духовки и остудите. 6. Получаются ушки с хрустящей и румяной корочкой. Приятного аппетита!